Так, я всех приветствую, ребят. С вами Тока. У нас русская рыбалка, ребят. Закрыл я еще один этап. Закрыли мы на юбилейных заданиях, ребят, закрыли мы пятый этапчик. Вчера я закрыл, попотел, поэтому нам еще осталось два этапа. Нужно было найти золотого линя и рыбца. Но я попотел, сделал по рыбцу, я выложил недавно видосик, где что как, ну все по порядку, короче. Первое у нас было, где поймать на водоем озера Кори 5 видов рыб, используя легкую либо ультра лату, снасть и блесну вращалку. Легкий спиннинг нужно было поймать. Я рыбачил на вращалку номер 1004. Это такая черненькая, она получается делается, ну крафтится эта вращалка. Мы поймали окунька, форель озерную, ящ, лук обыкновенная и голец арктический. Это я поймал все с берега. Ну, ходил по берегу. Не ловил я ни троллинга, ничего, он просто с этого на это берега, просто тут отходя чуть-чуть от этого. Ну, попадаетесь на базе, идете вправо и там проходите за рынком, спускаетесь вниз, и там я кидал. И вот поймал вот эти рыбки без всякого троллинга, без вот этого закрыл очень даже быстро. Следующее у нас. На медвежке поймать золотого линя очень было трудно. Я его, наверное, ловил дня 3-4, наверное. Не мог поймать, ловил и на раковые шейки, и на этот кастера посты были, и на шейку были. Тут появился пост на тесто медовое. Я пошел буквально, там сколько, ну может минут 15-20 посидел, ну, и залетел мне вот этот линечек на кило 200. Я был очень рад, потому что я потратил голду, покупал раковые шейки, покупал монеты, и до них покупал я шейки, потому что немало мне ножа. Тут делать, крафтить я могу, но ножа нет. Наконец-то я закрыл этого, ребят. На точке 55-31, клипса не 17, а 15 метров, и с прикормом стандартным для... Ловил на инлайн, плюс кормушка и просто стандартный корм на линя. Ну, ловите и на кастера, и на раковую шейку, и на тесто медовое ловите. Ребят, плюс еще я ловил и на пелес, там рачки и краб рыбы, или рак, и рак рыбы. Короче, на пелес тоже ловил. Тесто дип был у нас. Этот рак какой-то там, я уже забыл точно, ребят. Короче, то же самое. И наконец-то выловил. И следующий у нас рыбец. Как я говорил, я выложил перед этим видосик, где я поймал, закрыл рыбца. Там все рассказано, все показано. Ребят, будет на него, на этот, в конце ролика будет ссылочка на этот видосик про рыбца. То же самое, я долго на нем бегал. Клевал рыбец, да, рыбца много было, но именно такого. Были там близкие, 800 грамм, там 900 грамм, залетали, но нет, а вот он и залетел. Сначала ловил я тоже там с прикормом совсем, а теперь пошел после без прикорма, просто закинул 3. Надо только идти, ребят, вечером, где-то после 18-19 он начинает клювать, потом ночью он почти не клюет, и с утра где-то до часов 8-9 он до 10 максимум можно возможность поймать его. Он мне клюнул где-то около, наверное, 8 утра. Залетел. Вот такой черт, ребят. Мы получили вот такую вот лампу, ребят. Вот она, эта лампа. Вот такая она нам на 7 лет. Такая. Получили лампу. Все. Следующий будет этап, я буду закрывать, если что-то будет интересно, то же самое, ребят. Вам что-нибудь запишу, покажу. На этом все. Всем, ребят, залетайте на стримчики по рыбалочке. Они почти каждый день бывают, особенно сейчас в этот ажиотаж. Я ищу, где что как закрыть.
Кстати, будет еще пару видосов на точку на тарань. То что, кстати, тоже я тарань закрыл на сером донце. И будет еще одна точка на горе, где я закрыл сиванку. Она будет такая, как сказать. Ну, что можно порыбачить, то же самое, там хорошая точка, если она рабочая, я запишу на ней тоже видосик выложу. Всем удачи, много трофеев, закрыть побыстрее все задания и до следующей встречи, ребят.